Моя главная претензия к Путину заключается в том, что мы входим в итог в эпоху перемен, в очередной раз увязнутый в собственное болото, в, в болото каких-то собственных сиюминутных проблем, какого-то а, липового голосования, вместо того, чтобы взять инициативу наконец в свои руки и стать а, примером для подражания других стран. У нас была такая возможность. А, США сейчас теряет моральный авторитет, перестала быть моральным камертоном. На Западе происходит какой-то кошмар. И вот в это, время, в это время великой нестабильности, глобальной нестабильности, потому что 20, 21 век наконец начался, Россия врывается подавленная, Россия подавленная ношей собственных внутренних проблем и противоречий, не может предложить никакого ответа, это... Упущенная возможность, упущенная лично из-за Путина, Путина, который не позволил России за 20 лет стать хоть сколько-нибудь великой державой, прошу прощения за такую риторику, хоть сколько-нибудь важной силой на международной арене. В итоге мы превратились, окончательно превратились в периферию, которая проедает какие-то заслуги прошлого и ничего, не способна ничего ни в политическом, ни в интеллектуальном плане предложить 21 веку. Страны, которые не способны предложить что-то 21 веку, останутся на обочине истории и будут растерзаны соседями. И сос... А какие у нас соседи? Мы же знаем, какие у нас соседи. У нас под боком находится Китай, который уже облизывается, который сейчас лишил автономии Гонконг, облизывается на, Вьет... на Тайвань и очень скоро начнет облизываться на нашей территории. Путин же постоянно делает эти территориальные уступки. С одной стороны, он машет шашкой и говорит, о том, что он возвращает а, а, посконные территории. С другой стороны, он постоянно уступает в Хабаровске, он постоянно уступает а, а, недалеко от Комсомольска. А, а, на Амуре сколько раз двигалась эта граница. Это началось, разумеется, с Ельцина, поэтому режим ельцинско-путинский. да, а, Ельцин начал уступать земли Китаю и а у Путина просто не остается выбора, потому что Китай значительно сильнее. Именно поэтому я говорю, что экономика должна стоять впереди всего. Это единственное достижение, за что Китаю стоит отдать уважение. Китайцы поняли. Китайцы поняли, что никакой политической победы, никакого доминирования не бывает без сильной экономики, и они эту экономику построили. И они же построили за то же время, что мы обнищали. За 20 путинских лет Китай превратился из периферийной страны пусть с потенциалом в мирового гиганта, за 20 путинских лет, за, за то же самое время экономика России сжималась, 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 сжималась. Какое-либо влияние, которое у нас все еще останалось, мы его точно так же растеряли, сегодня являемся страной-изгоем. Китай, Запад был бы рад объявить, вообще мир был бы рад объявить изгоем, но он не может себе это позволить, потому что Китай выступает с положения силы, Россия не может выступать с положения силы, потому что Россия бессильной, а соки из нее выпил Путин и его номенклатура. А номенклатура, которая продолжает нас разорять, которая присвоила в себе наши, все наши природные богатства, которая уничтожает любую инициативу, уничтожает людей, которые стоят самостоятельный бизнес в России, как это произошло с Пашей Дуровым, которые должны были стать символом, символом новой прекрасной России будущего. Вот я... «Прекрасной России будущего» еще не было, а «Человек прекрасной России будущего» уже состоялся. У нас была наша история успеха. Человек, который, сидя в общежитии петербургском, сделал продукт мирового масштаба ВКонтакте. Кто отнял ВКонтакте у Дурова? Алишер Бурханович Усманов, который... Я интернетом не пользуюсь, я его развиваю. Да? Голосом вот того жирного пьяного чувака, который нормально говорит, это произнес мы же понимаем, да, он его не развивает, он его уничтожил. И ВКонтакт, там, где он мог стать реальным оплотом свободы слова на фоне цензуры, которая происходит на Западе, стать мировым игроком, он, был, он в итоге схлопнулся до какой-то локальной истории под контролем олигархов, точно так же, как до локальной истории схлопнулся Яндекс. Потенциал развития был разрушен Путиным за эти 20 лет, его олигархами и номенклатурой. И Паша Дуров сделал Телеграм, телеграм он уже сделал не в России. И глядя на эти истории, глядя вот на произошедшее, разумеется, Россия теряет какую-либо какую инициативу, потому что это деморализует, это деморализует людей начинать в России хоть что-либо делать, потому что они понимают, что если у них что-то вопреки всему получится... Uh, у них это отнимут олигархи, и зачем тогда пытаться лучше уехать из страны? И наши лучшие люди сегодня из страны уезжают. Это грандиозная трагедия. Поэтому да, шанс у России был, этот шанс упущен из-за Путина. Uh, нам это расхлебывать и расхлебывать еще упущенные возможности. Мы упустили возможности в 20 веке из-за большевиков, мы упустили возможности в 21 веке из-за Путина. Но если мы вернем Россию себе, все можно исправить очень быстро. Меня часто спрашивают, вот вы говорите про прекрасную Россию будущего, а как долго, как долго ее строить? И у меня есть ответ на этот вопрос. Прекрасную Россию будущего можно построить за поколение. Мы знаем, что ровно столько... За 20 лет, да, за поколение. Мы знаем, потому что у нас есть доказательства того, что это возможно. Китай за поколение вырвался в авангард мировой экономики, за поколение поднял миллиард человек из нищеты, за поколение, за то же самое поколение, за которое Путин втоптал Россию в нищету. За поколение поднялся Сингапур, за поколение после войны поднялась Япония, за поколение после войны поднялась Германия, за поколение. Поднимется Россия, если во власти России придут люди, которые любят а, свою родину, которые любят а, свой народ, которые готовы работать на ее интересы, а не на интересы своих подельников, олигархов, не на интересы офшоров, а, не на интересы номенклатуры. Но мы сможем этого добиться только если мы объединимся, только если мы перестанем а, ссориться между собой и сформируем большое гражданское общество. Вступайте в гражданское общество, цевсок.нет. Это наша единственная надежда на победу.